Здравствуйте. Вот вы сегодня уезжаете. Скажите, пожалуйста, как вы отдохнули? Как вам вообще понравилось в целом Болгария, отдых? Вот вы отдыхали в комплексе Star Dreams. Как вам понравился отдых и вообще поделитесь своими впечатлениями? Отже, житловий комплекс нам підійшов, бо ми, наш відпочинок складався, так би мовити, сімейний. І тут дуже затишно, спокійно. Якщо вас цікавить більш такий молодіжний відпочинок, вам бажано їхати в Сонячний берег. Якщо хочете більш спокійніший, сімейний, залишайтеся в Святому Власі. Тут надзвичайно цікавий порт, де розташовані яхти, дуже модні яхти і цікавий центр. Слушайте, здорово. Знаете, вот наше знакомство с вами, вот в этом году мы с вами познакомились с компанией Евродом-21. Вот вы мне скажите, вам все понравилось? Вот встреча вас, заселение? Или все-таки надо что-то подкорректировать? Ні, нам все сподобалось. Таке дружнє спілкування. И все с разумением отбывалось. Слушайте, ну здорово. Я очень рада, что вы уезжаете с хорошим настроением и ждем вас обратно к нам в Болгарию. И еще хочу сказать, что у нас сезон еще не закончился. То есть сентябрь, октябрь, еще есть время. Так что вы можете еще в этом году приехать. Ну, как минимум, в следующем году обязательно приезжайте. Дякуємо за запрошення. Спасибо, спасибо. Я, правда, очень рада, что вы уезжаете с хорошим настроением. Все тогда, все, до свидания.